Сергей Михалков про мимозу. Это кто накрыт в кровати одеялами на вате? Кто лежит на трех подушках перед столиком седой и одевшись еле-еле, не убрав свои постели, осторожно моет щеки кипяченую водой? Это верно дряхлый дед 114 лет? Нет. Кто, набив пирожным рот, говорит, а где компот? Дайте то, подайте это, сделайте наоборот. Это верно инвалид говорит? Нет. Кто же это? Почему? Тащит валенки ему меховые рукавицы, чтобы он мог руки греть, чтобы не мог он простудиться и от гриппа умереть. Если солнце светит с неба, если снег полгода не был, может, он на полюс едет, где во льдах живут медведи? Нет. Хорошенько присмотритесь. Это просто мальчик Витя. Мамин Витя, папин Витя из квартиры номер 6. Это он лежит в кровати с одеялами на вате. Кроме плюшек и пирожных, ничего не хочет есть. Почему? А потому, что только он глаза откроет, ставит градусник ему, обувают, одевают и всегда в любом часу, что попросит, то несут. Если утром сладок сон, целый день в кровати он. Если в тучах небосклон, целый день в галошах он. Почему? А потому, что прощается ему. И живет он в новом доме, не готовый ни к чему. Не к тому, чтобы стать пилотом, быть отважным моряком, чтобы лежать за пулеметом, управлять грузовиком. Он растет, боясь мороза, у папы с мамой на виду, как растение мимоза в ботаническом саду. Николай Алексеевич Некрасов. Забытая деревня. У бурмистра Власа бабушка Нинила починить избенку лесу попросила. Отвечал, нет лесу, и не жди, не будет. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Барин сам увидит, что плохая избушка, и велит дать лесу, думает старушка. Кто-то по соседству, лихоимец жадный, у крестьян землицы косячок изрядный, оттягал, отрезал плутовским манером. Вот приедет барин, будет землемером, думают крестьяне. Скажет барин слово, и землицу нашу отдадут нам снова. Полюбил Наташу хлебопашец вольный, да перечит девке немец сердобольный, главный управитель. Погоди, мы Гнаша. Вот приедет барин, говорит Наташа, малые и большие, дело чуть за спором. Вот приедет барин, повторяют хором.
чуть-чуть за пасеком назад вернись. Вот приедет барин. Ты чуть-чуть торопишься, ты не торопись, а то ты сама себе на пятки наступаешь. Вот приедет барин, повторяют хором. Умерла Нинила на чужой землице, у соседа плута урожай старицей. Прежние парнишки ходят бородаты, хлебопашец вольный угодил в солдаты, и сама Наташа свадьбы уж не бредит. Барина все нету, барин все не едет. Наконец, однажды, среди дороги, шестернёй цугом показались дроги. На дорогах высоких гроб стоит дубовый, а в гробу-то барин, а за гробом новый. Старого отпели, новый слезы вытер, сел в свою карету и уехал в Питер.